В отделе ЗАГС Лангепаса завершается первый этап капитального ремонта здания. Работы проводятся в рамках соглашения между компанией «Лукойл» и правительством Югры. Осенью была приведена в порядок кровля, она протекала, особенно в весенние и осенние периоды. Кроме того, уже произведен демонтаж некоторых стен и напольного покрытия, оно было из мрамора. Также вывезено несколько тонн строительного мусора. В настоящее время на объект завозят щебенку, она необходима как основание для нового напольного покрытия. Уже в следующем году начнется непосредственное обновление Лангепасского дворца бракосочетаний. Пока специалисты отдела ЗАГС работают в другом здании.